Дошли мы до Шкоды, где покупал я Шкоду, а Шкоды уже ёк. А что теперь на месте Шкоды, вы узнаете в следующем видео. Листайте. Ой, вот тут как. Сольрус. Да, что-то реально как-то немножко грустновато по поводу того, что вот, ну, как-то кипела жизнь. Я тут много раз приходил, тут стояли вот здесь вот машины, тут сидели менеджеры. Тут, я помню, Суперб смотрел, такой красивый, новый пришел. По-моему, что там они с лазерными фарами. Ну, тут, собственно говоря, бегал, когда покупал свою машину. Ну, вот так вот. Теперь коммерческий транспорт. Что он тут хоть сейчас стоит? Solaris Atlant. Стоимость выставленного автомобиля 3475. 2.7 турбодизель. Мощность 150 лошадей. Ну вот. Такие машинки тут теперь стоят. Ждут своих покупателей. Solaris Argo панель бокс, промтоварный фургон, 2150. Ну, они сейчас относительно обычных, да, вот хотел сказать, домашних машин, то они прям какие-то дешевенькие. А это же средство заработка, на них же можно зарабатывать. Ну, так сказать, средства производства. Защита тут. О, нагрузил и погнал. Фотон, Таана. 3753. Турбодизель 2.8. Да? А там за углом что-то даже я вижу, какой-то Volkswagen. Ничего себе, тут как раз они прячутся. А, Quick. Машинка. Много тут наставлено. А тут два этих Volkswagen. Даже что-то вроде как бы даже ценник что ли есть. Или что это? Ничего не понятно. Откуда-то пригнанная. Один и второй. Ну, большие, хорошие эти Терамонты, да? Терамонт X. Это, наверное, китайцы. Выглядят мощно очень. Очень мощно выглядит. Джета. Отдел продаж джак находится так. Это мы не под джаку. Что-то натыкано, натыкано. Ни ценников, ничего. Отдел продаж ФАО находится в салоне Volkswagen. Ну, это, я так понимаю, ФАО. Просто набито как-то битком машинами без ценников. Данный автомобиль демонстрационный. За консультацией просим вас обращаться в отдел продаж Лада. Какой-то Шахин называется. Вот это как-то ничего так выглядит. Что за машина? Отдел продаж ФАО находится в Volkswagen. Ну, это, наверное, вот ФАО эти. То ли там не помещается, то ли... Что? В общем, выставочные образцы разместили.
Ну, такой кроссовер, такой хорошенький. Ух. ФАУ тоже, да? Или что они? Что они имеют в виду? Разные значки. Главное, разные значки у машин. Но почему-то отсылают уважаемые клиенты. Отдел ФАУ находится в салоне Volkswagen. А Volkswagen там он по этой стороне. Какой-то... Ой, не знаю. Да, ну тоже ФАУ, но вот название японский городовой, короче. Так, с виду-то очень хороша. И внутри там вроде ничего. Интересная машинка. Интересная, интересная. Ничего не скажешь. Volkswagen. Наверное, тоже китайский. Вот какая хорошая. Вот хорошенькая. Прям красава. Такой седанчик. Тоже ФАУ. Красивый, красивый. Красивый. Ну, закрытая машина. Джак сюда забрался. Это вот опять ФАУ. ФАУ, интересные машины. Кроссоверы у них симпатичные. И вот этот седан мне понравился. Так мощно, обтекаемо выглядит. Красава. Ну, на обратном пути сейчас зайду в Volkswagen. Посмотрю, может там они с ценниками стоят. Пока вот зашел там, где была Шкода. Уважаемый клиент, отдел продаж находится в салоне Toyota Lexus. Но это я там уже был. Смотрите видео там, где был Lexus. Там теперь собрали японские автомобили. Лексуса нет. Toyota, Nissan. Бейджилинг. Нету там такого. Отдел продаж находится. Там такой машины нету. Не дурите. Может, отдел продаж просто находится. А так? Я уже все посмотрел. Вот еще одна Toyota такая стоит. Ну да, видимо, там они не помещаются, что ли, не знаю. Вот. Это бывший салон Шкода. Теперь тут так. Причем как-то грустно, безлюдно, нерадостно. Туда вот на выход. А туда хочу проехать, там, где была Volvo и так далее, вот там за углом. Но это уже сейчас на машине прокачусь, потому что она у меня стоит там, в начале пути. Сейчас дойду назад и, видимо, запилю какой-то новый видосик, когда уже доберусь туда до Volvo. Хотя на обратном пути вот сейчас будет Volkswagen, там заберусь. А, что там еще, Москвич я видел. Бейк, что-то такое. Ну, в общем, пробегусь. Пока, чтобы не делать видосы длинными, на этом закончу про бывшую Шкоду. Посмотрели. Листайте дальше. Какой-то следующий видос, видимо, про следующие. А перед этим был Хавейл, перед этим был Чанган, перед этим был бывший Lexus. Там сейчас япошки. Кроме Lexus. Всем спасибо.